Друзья, я прям очень сильно прошу вас прощения за то, что так получилось с трансляцией. Вообще просто очень, ну, мне лично очень стыдно, очень неприятно, потому что у меня что-то то ли видео драйвера какие-то устаревшие, то ли еще что-то. В общем, надо сидеть разбираться, потому что у меня картинка есть, то есть я вижу себя, я все вижу, я все слышу, но когда захожу потом в готовую трансляцию, видео нет. Очень странно, почему так происходит. В общем, друзья, не знаю, надо будет что-нибудь придумать еще кроме Ютуба. Попробовать проводить трансляции на каких-то других источниках, пока я не разберусь с итоговой проблемой и причиной, почему все так происходило. В общем, друзья, прошу меня извинить, если вы подготовили чай, то попейте его без меня, потому что я подготовила какао, которое уже ледяное, оно просто холодное. В общем, фу-фу-фу на меня. На следующей неделе вас будет ждать конкурс от меня, поэтому надеюсь, что таким образом мне удастся немножко загладить свою такую оплошность. Но тем не менее, друзья, если у вас есть какие-то запросы, если вы хотите обсудить какие-то определенные темы, если вас что-то волнует, вас что-то беспокоит, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите мне куда угодно. Знаете, где меня можно найти? В Инстаграм, ВКонтакте, где хотите, может быть, под этим видео. Так что в следующий раз, я думаю, что я что-нибудь придумаю, найду какой-то оптимальный способ, чтобы у меня все было нормально, и вы могли меня и видеть, и слышать. Посмотрим. Если у вас есть какие-то мысли на эту тему, пожалуйста, расскажите, посоветуйте, что мне, может быть, стоит сделать, потому что я оказалась очень такой не очень умной, что ли. Ну, не знаю, друзья, там реально было очень сложно как-то все это настроить, там надо было скачивать специальное приложение. В общем, все, хватит говорить. Я, кстати, очень подготовилась и даже вас, Линда, ждала. Вот она. Линдушек. У Линдушек немножко смялась мордочка. В общем, она сидит рядом со мной, мы вас очень ждали всех. Вот. Специально подушечка для Линды. Так что, друзья, еще раз прошу прощения, если вы ждали трансляцию, но, как видите, я вас не оставлю с Линдочкой. Вот. Так что завтра, кстати, на мой канал пойдет новое видео, я уже отсняла, так что все в порядке. И, в общем, до встречи в следующих видео, в следующих трансляциях. Всех очень люблю, я очень ценю каждого из вас, очень ценю вашу поддержку, ваше внимание, ваши комментарии. Это для меня просто, как, не знаю, как глоток свежего воздуха, потому что вы самые лучшие, самые талантливые, самые творческие ребята. Так что пока-пока. А, как тебе? Я не буду редактировать это видео.